это не особо интересно. Во всяком случае, в национальном кубке. Всем интересно выигрывать. Ой-ой-ой, как сейчас Витори попал. Он, кстати, начал в основном составе. Вновь вернулся на площадку. И вот стартовый состав. Мимо блока бил. И вот сейчас на повторе будет видно. Немножко так слетел фей в сторону крайнего блокирующего.